Новое спортивное направление на Лазутинке – это, конечно, большое событие не только для самого парка, но и для гостей. Поэтому и карнавальные представления, и яркие ростовые фигуры, и почетный гость Лариса Лазутина. Я думаю, что это будет еще одна прекрасная спортивная площадка, где мы можем посвятить самому себе, своему здоровью, в первую очередь, замечательное время. Одиннадцатиклассники Илья, Иван и Георгий пришли сюда разведать обстановку. Голова, конечно, занята подготовкой к экзаменам, но ведь и для отдыха надо время находить. Юноши сошлись во мнении, каток – достойное место для свидания. Ждали очень сильно каток именно тут, в этом месте, потому что парк огромный, красивый. Именно, ну, близко он расположен рядом с домами. Ведь на коньках как-то поудобнее и легче научиться, чем на лыжах. На коньках действительно легче. Каток всегда был самым демократичным местом для активного семейного отдыха. Где еще, например, отец и дочь-подросток могут весело и интересно для обоих провести свободное время, считают 48-летний папа Сергей и 15-летняя дочь Арина. Лед отличный, опыта большого нету. В детстве катались на коньках, играли в хоккей, но такого качества льда в Одинцово никогда не было. Замечательно, что теперь можно кататься с друзьями, проводить вместе время. Это очень классно для новогоднего настроения. Каток в Одинцовском парке станет отличным местом для семейного отдыха и романтичных и дружеских встреч на льду. Мы планируем, что к нам притянется аудитория подростков где-то с 15 до 20 лет. Им будет здесь интересно проводить время. Не беда, если у гостей нет своих коньков. Здесь работает теплый прокат, где можно взять и коньки, и защиту на любой вкус и возраст. Кстати, и свои коньки можно заточить. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».